Ну что, всем привет, с вами Маза, уставший после смены в няньках. Ну а что делать? Никто же за меня работу это не сделает, однако желание поиграть в Hell Let Loose огромно. Поэтому играем. На сей раз я член немецкого экипажа. Экипаж нас управляет танком Пантера. Так что геймплей. Геймплей за Пантеру. Так, сейчас мы выйдем. Я посмотрю карту. Так. Товарищ командир, я просто видео записываю, не обращайте внимания. Да ничего страшного, я понял. Нетворк нужно попасть, будем пехоту поддерживать. Товарищ командир, тогда полным ходом к этой точке идем. Да-да. Пехота уже высадилась с автомобиля. Начинаю сближаться. Товарищ командир, по карте вижу, что с левой стороны лучше объезжать. Там открытая поляна. Да, слева. Нам лучше с пехотой держаться, чтобы нас не выбили. Огневую поддержку осуществлять. Товарищ командир, будем идти на второй передаче медленно. Да-да. Останавливаюсь, товарищ командир, ничего не вижу впереди. На наблюдающего садись, тогда по сторонам смотри пока. Я предлагаю сейчас вот до этих ворот прямо проезжать и с пехоты по дороге потихонечку на первую передачу. Товарищ командир, принял. Thank you.
Товарищ командир, нужно левее мне объехать, чтобы у вас обзора было больше. Давай, поехали. Прям перед нами пехота выпали возле этого дома. Товарищ командир, похоже, слева нас били. Да. 260 метров слева. Стюарт передает. Товарищ командир, двигаться буду только по вашей команде. Я понял. Налево сейчас нужно нам проехать. Прямо вот сейчас прямо едем. Нас со спины Стюарт обижает. Сейчас за кустами слева прям сразу будет Стюарт. Через кусты и налево Стюарт. Справа по борту сейчас будет Стюарт в упоре прям. Не вижу так. Отлично, ну, товарищ командир. Сейчас ремонт запрошу. Товарищ командир, я предлагаю немножко в тыл оттянуться, метров на 300, чтобы, ну, с этой позиции уйти. Давай, нам нужно к пехоте куда-нибудь, к инженеру, чтобы нас починили. Товарищ командир, спрячу танк вот между кустами, деревьями. Ну, мы здесь инженеров не дождемся, я не знаю, нам надо. Нам надо на точку ехать. Там на точке наша. Только там можно на ремонт рассчитывать. Ну, либо вообще отступать и ремонтироваться.
Товарищ командир, тогда еду к пехоте, потому что тут уже недалеко солдаты. Да, пехота рядом. Тормозника здесь. Нам гарнизон защищать просит. Назад надо. На гарнизон отъехать. На гарнизоне пехота. Все, гарнизон сняли, не актуально. Поехали на точку к пехоте. Товарищ командир, по курсу, прямо по курсу солдат. Задний ход даю, товарищ командир. Едем к пехоте, товарищ командир. Тут нет смысла, я застрял тут. Стена мешает. Давай по дороге. Право, по дороге прям. На дорогу. Товарищ командир, вижу пехоту слева. Сейчас развернусь лбом брони. Пехота еще, товарищ командир. Крайняя правая точка. Пантера. Нижняя правая точка пантера. Так точно, товарищ командир. Товарищ командир, туда же? Нет, мы точку деревню теряем, нам на деревню надо ехать. Принял, товарищ командир, еду в деревню. Нам сейчас лучше до города доехать. По главной дороге, и там уже с города, с центра налево идем.
На пинге плавный поворот налево. Сейчас вот сюда на пинг двигайся. Здесь надо будет налево уйти через поля. Сейчас через поля налево уходи. Принял тавочку. Двигаюсь по направлению к пехоте. Пинги, пехота справа. До края поля подъезжаем и работаем на подавление сюда. Пехота с нами в поле, через поле ползет. Командир стороны передает, чтобы на тапочку жали и на атаку уходили. Еще раз, товарищ командир, полный вперед. Полный вперед, на точку атаки движемся. Двигаюсь полным ходом на точку А-Network. Слева стоп-машина, полный назад. Пехота на дороге была прямо, полный назад сдавай. Сейчас напрямую, прям через дорогу, на полном ходу прилетай, мимо дома. Еду левее, товарищ командир. По курсу солдат вражеский, за домом слева сразу будет.
Налево по дороге. Пехота бы везет, помощь нужна. Командир, дам задний ход и налево поеду. Давай, Илья. Еду на второй передаче медленно, товарищ командир. В конце забора на правый корпус. Товарищ командир, точку взяли в окружение. Здорово. Подтягивайся к дому, будем оборону держать тогда. Обороняем на это. Обойду слева. Тогда разворачивайся. Давай, давай. Танк по курсу, прямо по курсу. Живой, нет? Прямо по курсу танк, товарищ командир. Полный назад, полный назад. Полный назад даю.
Отлично, товарищ командир. Откуда Шперман приехал, туда смещайся с пехотой и движемся. Так точно, товарищ командир. Налево сейчас по дороге с пехотой потихонечку. Товарищ командир, слева обстреливают нас базуками. Мина что ли была? Не знаю, похоже на то. Слишком быстро что-то взорвали. Очень быстро, наверное, мина была. Там кто здесь вот, вот пометки прямо. Средняя точка, тигр есть. На тигр пойдем. Средняя точка, тигр. Правая точка. Правая точка, тигр. Правая точка, тигр. Джека Рим, добрый гутен абен. Здорово. Меня слышно? Так точно, тебя слышно. Вот танк, ветка танка точная. Я механик-водитель, Джека, если ты не против. Не против. Жека, на пушку прыгай тогда. Надо поменяться местами. Прыгай, Маза. Я сел в танк. Завожу двигатель. Жека, Жека, тебя ожидаем. Сейчас, 10 секунд. Он прям, короче, в триггере танк. А вы где? Правая точка снизу. Да, вижу. Будем двигаться на точку Рюдерагард. Ну, тут получается по прямой, товарищ командир. Да-да. Туда еще легкий танк наш двигается. Будем пехоту поддерживать дальше. Едем. Принял, полный вперед. Заряжай ББ. А, заряжу. Цель машина по курсу, своя. Грузовик. Не своя, 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 да, своя, наш, своя, наш. Своя, своя.
командир, сильно обороты падают на повороте. Да нормально. Сейчас прямо все время по дороге. Больше 19 не едет. Гигант, давай чуть звука, пожалуйста. Микрофон. Мне нужно звук добавить. Я могу громко говорить. Нет, нет. Уже. Ты его хорошо слышишь? Да, его слышу хорошо. А я его вообще плохо слышу, практически не слышу. Попробуй голос добавить в настройках. Да, короче, на джойстике управляешь, что пехота, здесь... Пехота на дороге. На дороге противотанкист. Прямо по дороге. Останавливать? Нет, едь. По пингу. По пингу пускай наводится. Скажи ему, если он меня не слышит. Танк, танк, танк. Огонь. Механик, водитель, стоп. Полный назад, корпус справа. Машина. Заряд сделал. Справа встречай за машиной сейчас будет. Преследую, товарищ командир. Давай за мной. Мехвод справа нас встречает уже. Башня выбита. Они чинятся. Интересно. Я не видел зато из-за этой машины, блять, его. Мы проехали через машину. Одни текстуры. Мы его почти ушатали. Также справа снизу тигр есть. Давай повторим. Рим. Жека, как слышишь, да, командира? Плохо. Плохо. Товарищ командир, плохо слышно вас. Я слышу очень хорошо. Я играю в наушник. Я тоже наушник. Сейчас я перезагружу, может, эти... В игре там дисконнект есть. Также принял, также двигаемся. А ну скажи что-нибудь. Их вообще не слышишь. Сейчас как речь, нормально слышишь меня? Сейчас получше, но бля, еле-еле тут. Но я сам по себе еще тихо говорю, у меня спят просто уже.
командиры передают, что атака захлебнулась, дефуют точку. Там также сидит, нет? Убили? Не знаю, командиры молчат, я запрашиваю по поводу танка. Тишина. Давайте аккуратненько проедем, посмотрим. Там же нет. Командир, слышно сейчас что-нибудь? Короче, лучше через клавиатуру войсом управлять, потому что так у нас очень, ну, будет, ну, понял. За пантерой прямо по дороге пехотинец дорогу минирует. Он где-то справа, слева, справа. Скорее всего слева был. Нет. Справа. Справа был. Он прям за домом был. Да. Ждал нас. Они подчинились, да, они подчинились. Тупо ждали. Наша пехота пошла, нихуя не сделала. Там же. Все там же. Тигр. Будем справа объезжать то место. Слушайте, ну неприятно. Смотрите, на пантере мы вообще не сливали, а тигр что-то как-то не идет у нас. Сел. Ничего так, нормально. Короче, я буду включать voice на джойстике, когда будет у нас боевые действия. Так, все сели, все сели. Ну, вот здесь не придраться. То есть, очень здорово сделан именно голос, управление голосом. И удобно, когда ты с джойстика играешь. Это прям вообще очень хорошо. Посмотрите, как корпус танка Тигра надо только управлять. То есть надо сразу заносить базу. Все, парни, мы победили. Всем спасибо. Спасибо, отличная игра. На самом деле, вот так разговаривать тоже на вебку не очень удобно. Лучше все-таки по игре. Поэтому сейчас не так много повествований от меня будет. Ну что, геймплей за немецких танкистов, Панзерваффе в деле. Очень хорошо получилось. Были и ошибки. Естественно, я должен был дать полный назад. В этой ситуации мы не должны были гнаться за танком. Мы не знали, что впереди. Это большая ошибка. Вот. Но я сделал выводы как механик-водитель. И уверен, что в следующий раз все будет хорошо. Как-то так. Ну что, увидимся в следующем видео. Приятного вам просмотра. Класс. Не, было круто. Мои ощущения были потрясающие. А Пантера больше нравится, чем Тигр. Тигр легко обойти и... То есть, ну... В открытом поле будет мне Тигр нравиться больше, чем Пантера. Вот в городские бои все-таки Пантера лучше. Тигр не для городских боев создан. Он слишком медленный. Тигр создан для открытого боя. Вот, это его стихия. Городской бой — это не стихия Тигра. Это стихия Пантеры. Да. Отлично.